Почему корейцы едят сырую рыбу и мясо и не травятся? В комментариях под моими видео из ресторанов Кореи чаще всего спрашивают, не отравилась ли я и как много времени я провела в туалете. Ребят, за месяц, проведенный в Корее, у меня не было ни намека на отравление, хотя я смело употребляла в пищу и сырую рыбу, и мясо. Все потому, что в Корее очень высокие стандарты качества, вся еда максимально свежая и употребляется буквально в день улова и разделки. Кафе и рестораны очень следят за своей репутацией, потому что если будет хоть один случай отравления, в это место просто больше никто не придет. Это будет скандал и провал для заведения. Плюс Корея окружена водой, и свежайшая рыба так и просится к вам на стол. Она просто не успевает испортиться, потому что корейцы едят очень много морепродуктов. Проверено на себе. Если есть в популярных ресторанах Сеула, то отравиться просто невозможно. А какие рестораны выбрать, вы можете узнать в моем путеводителе по Сеулу. Ссылка в закрепленном комментарии.